Где мой прогресс, алло? Где мое продвижение вперед? И только вперед. Обо что я зацепился так намертво? Телега, не вздумай, черт возьми. Не-н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 е. Ну так, ты должен уже, я на что-то там взобрался вроде как. Сейчас-то все очень плохо кончится. Я вам гарантирую. Ну хоть боком ты можешь отсюда выбраться-то, ну. Вот что это такое? Движение ноль, зато вот грузовик на бок просто переворачивается. Это ты не можешь на бревно настолько хреново забраться или что? Или просто баком прочертить там днищем? Я не понимаю, в чем проблема? Я понимаю, что он баком уселся, но... И что теперь? Перезапускать что ли или что? Че он сдвинуться-то с него не может? Тем более он уже... пропустил все это место. Я не понимаю. Под передними у него колесами тоже что-то непонятное. Может попробовать вот так вот подвигать. Что там застряло конкретно? Давай, 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 давай. Что, полный привод тебе врубить? Ну, давай. 20 литров в минуту. Толку, блин, ноль. В чем твоя проблема, КамАЗ? Ты реально проблемное существо в этой игре. Телега вряд ли зацепилась, наверное. Телеге там нечему зацепляться. Телеге с этим проблем нет. Но вот баки на КамАЗе, вот это одна большая проблемная часть. Ты хочешь ехать вперед, или мы будем здесь стоять до конца, пока у тебя топливо не кончится, и не придется вызывать второй КамАЗ? Обо что ты там, блин? Он просто крутится на одном месте и все. А нафиг вперед ехать? Где ты там так уселся, тварь? На чем? Я... Ну, лебедка не помогает, все просто намертво. Чертям. Ну, смотрите. Еще это. Я газую полный привод, все дела. На чем-то я сижу. Я уже прочертил здесь все дно, но продолжаю на этом сидеть. На героине, может, я не знаю. Ну-ка, если радикально. Радикальненько. У меня, блин, уже целый лес под КамАЗом. Апокалипсис сегодня. Просто. Слезь ты с этого пня, придурок. Что я еще могу тебе предложить? Ни назад, ни вперед, никуда просто. В бок, видимо, он тоже не хочет уже. Слезь ты с того, на чем сидишь. Хватит. Он только крутится и все. Ему на все остальное как-то. Все, вроде двинулся на секунду, но опять сел. Точнее, ну, он и так сидел.
Да что за жопа? Да как это понимать вообще? Или это все-таки эта гребаная телега? Это она подозрительно себя ведет. Слишком подозрительно. Назад-то хоть куда-нибудь за что-нибудь можно зацепиться. Сзади тоже ничего уже нет. Я вроде особо не двигался вперед. Давай хоть телегу, я не знаю, попробуем вытащить. Ну давай, давай. Ну просто намертво все. Просто намертво. Ехали, ехали, приехали. Ссаные глюки, а. Так, ну хоть куда-нибудь. Ну давай, давай, давай. Двигаешься, значит двигайся. Нефиг тут Ваньку валять. Определись уже, ты едешь или нет. Если не едешь, то просто взорвись как-нибудь там без причины и все. Я рестартну. Пока грузовик жив, здоров и с бензином, я все равно буду тут париться до посинения. Ну нет уже ничего уже, там под передними колесами, например, ничего нету. Бензопилу мне срочно. Зараза. Че, на хирурга, что ли, смахивает очень сильно? Может, на нейрохирурга? Миллиметровые эти операции тут проводить. На чем ты, скотина, сидишь? Все равно не едет. Че, поехал? Да неужели, блин? Вот это сюрприз. Давай еще раз сядь. Че, в стиле менять себе? Не отказывайся себе в стиле. Садишься, так сиди. Так, ну опять, естественно, сел. Так. Вот сейчас будет весело, если утонем. А, нет, вместо этого мы опять сядем намертво. Че, опять, да? Опять? Ну да. Опять. А на чем? Вот кабиной, что ли, уперся или че? Это просто несдвигаемые деревья. Проклятые деревья. Их затопило, они стали весить килотонны. Ну да, я, видимо, вот кабиной уперся в этот. В такой вот деревце. Поэтому не смог сдвинуться с места. А теперь что? А теперь в это деревце, ладно. Вы стебетесь. Я теперь еще и сучки должен объезжать здесь. Еще и над водой. Так, заднее это не то, что нужно. Дайте мне за нормальное дерево уже подержаться. Спасибо. Меня уже тошнит от этих поваленных. Да их здесь еще дофигища.
Так, я это как-то еще должен объехать все. Вообще все должен объехать. Слушай, ну переедь ты его, а? Ну что? Переедь, сломай, развали, не знаю. Не тыкаться же об него вечно, правильно? Ну, КамАЗ думает, что это правильно все-таки, тыкаться об него вечно. Вроде кое-как тянет. Ну что за опять сучок, который не может просто переехать? Да ладно, ты опять сел, парень, ну хватит. Что такое-то? Что такое? Судя по всему, опять намертво. Здрасте, приехали. Ну давай, 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 до конца, до конца, до конца, блин. Что ж ты, скотская тачка, блин, скотовозская, реально. Да не назад, какого черта? Ух, что-то вообще. Передоз у меня уже от этой карты. Не надо было полный привод врубать. Тяни. Тяни. Теперь я на елке сижу.